Друзья, всем привет! В этом видео я показываю, как сделать самодельный трубогиб для профильной трубы своими руками. Все сделано с подручных материалов и без помощи токарных работ. Кому интересно, продолжаем смотреть, а я уже понемножку начинаю изготовление самодельного трубогиба. Беру 60-й уголок, отмечаю по размерам и отрезаю. Далее в уголке делаю отверстие под ролики. Отверстия сделаны. Теперь в центре уголка делаю просечку под прижимную часть трубогиба. Ставлю ролики, вальцы на места, где они будут стоять в будущем. Как сделаны ролики и их устройство, у меня есть на канале видео, можно зайти и посмотреть. Чтобы сделать конструкцию более жестче, привариваю пластины к нижней части уголков. Все проварил и зачистил швы. Теперь делаю прижимной вал, то есть ролик, который будет зажимать трубу. Прижимной ролик будет сделан из 20 вала и набора труб. Набираю трубы под размер и все это дело свариваю. Теперь делаю обойми под подшипник, чтобы не приваривать его к подвижной части.
Беру две пластины, 8 мм сталь и привариваю к обоймам подшипника. Далее к этим пластинам привариваю пластину 8 мм. Так выглядит конструкция после сваривания и зачистки швов. Две пластины 6 мм. Предварительно сделал просечки в них под подвижную часть режимного вала. И теперь буду приваривать все это дело к уголкам. Далее беру пластину 8 мм и делаю отверстие под будущий винт на 30. Зажимаю всю эту конструкцию струбциной и делаю прихватки. И далее все это дело свариваю. Теперь к трубогибу буду делать ручку. Теперь ничего сложного, просто привариваю пластины к боковинам трубогиба. Все это дело мы красим, ждем, пока высохнет, и будем собирать самодельный трубогиб.
Ну и самое интересное, это прокатка трубы. Трубу буду прокатывать 20 на 30. Трубогиб рассчитан на трубу 50 на 50. Трубогиб показал себя с лучшей стороны, с легкостью справляется с этой задачей, даже без никаких либо усилий. Друзья, кому видео было интересным, поставьте лайк, напишите комментарий. Подписывайтесь на канал и не забывайте смотреть мои следующие видео. Всем пока!